Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Игр разных лет. Так и есть. Сюда попали Соник и его друзья, персонажи и локации таких хитов, как Jet Set Radio, Choo-Choo Rocket, Space, Channel 5, Samba de Amiga, Nights и многих других. Фанаты Sega Saturn и Dreamcast могут уронить скупую ностальгическую слезу. Впрочем, переживать особо некогда, надо играть в теннис. У той же Sega есть отличная серия «Виртуальный теннис». Именно на ее механике и основан местный игровой процесс. Правда, несколько упрощенном виде. То есть играть, конечно, интересно, но тонкостей не ждите. Например, отправить мячик за пределы корта практически невозможно. Из того же виртуального тенниса пришла и система тренировок, которая здесь выросла в большой игровой режим. В нем представлены уровни в духе вышеупомянутых игр, где можно опробовать свои силы в десятках мини-игр. Например, мир Jet Set Radio представлен надоедливыми полицейскими и заданиями, в которых надо рисовать символы в стиле граффити. Графика симпатичная. Герои старых игр в высоком разрешении выглядят великолепно. Серьезный симулятор спорта, правда, не получился. Слишком ярко и слишком много отвлекающих эффектов. Зато в качестве семейного развлечения Sega Superstar Tennis работает на 100%. Рекомендую. Особенно учитывая тот факт, что за одной приставкой можно играть вчетвером одновременно. Не пропустите дальнейшие выпуски программы.